Националистам из «Свободы» не дадут провести свой марш в День соборности Украины. Об этом заявили сегодня члены антифашистского союза. 22 января националисты традиционно обещают устроить шествие. Антифашистский союз твердо намерен не допустить этого. Мы решили сделать акцию в ответ. Украина без фашистов. Мы призываем всех одесситов наконец-то выйти и показать, что по Одессе мы не дадим маршировать фашистам, организациям, которые являются радикальными и националистическими. Участники акции заявили, что будут опираться на поддержку спортсменов. А для обеспечения такой поддержки в будущем собираются организовать сеть бесплатных спортивных секций, где помимо спорта тренеры будут обучать подопечных основам патриотизма.